Продолжаем выпуск. В Фокино открыта общественная приемная главы городского округа Евгения Бочарова. По его решению она разместилась в доме по адресу Мищенко 2. Подробнее о работе приемной расскажет Ирина Ткаченко. Общественная приемная открыта для всех жителей городского округа. Главная и основная цель ее работы – наиболее эффективно и в максимально короткие сроки оказывать помощь горожанам в решении проблем. Общественная приемная осуществляет свою деятельность совершенно автономно. В приемной руководит Александр Сергеевич Баранов. То есть по всем вопросам, которые связаны, можно обращаться к нему. Также я буду осуществлять дополнительно прием в выходные дни непосредственно в этой приемной в соответствии с той очередностью и по записи, которая будет осуществляться у руководителя общественной приемной. Открытие общественной приемной вовсе не значит, что глава городского округа не будет вести прием граждан в помещение администрации. Конечно же, я буду принимать так, как это положено и в администрации, это последняя пятница каждого месяца, ну и дополнительно, по мере необходимости, в зависимости от поступивших обращений граждан, я буду осуществлять еще дополнительный прием в общественной приемной, именно в выходные дни, потому что многие жители наши не могут просто в рабочее время попасть ко мне на прием. В скором времени откроется приемная и у депутатов Думы городского округа. Да, у депутатов также будет приемная, она будет располагаться непосредственно в помещении администрации. Сейчас решаем организационные моменты, связанные с переездом нашего управления культуры и образования в другие помещения, и в одном из освободившихся кабинетов будет размещаться депутатская приемная. Руководить общественной приемной будет Александр Сергеевич Баранов. Опыт работы общественных приемных должностных лиц политических партий зарекомендовал в последние годы себя очень хорошо. Чем это обусловлено? Ну, обусловлено прежде всего тем, что у должностных лиц, во-первых, есть определенное время приема. Это ограничивает доступ граждан, и, как правило, это происходит в рабочее время, когда граждане находятся тоже на работе. Второе, что порою те вопросы, которые выносятся гражданами, они находятся не в компетенции того или иного человека. Общественная приемная позволит объединить усилия различных уровней власти. Это и представительная, исполнительная власть, федеральные, краевые структуры, для того, чтобы гражданин мог получить консультацию, прежде всего, мог по более короткому пути решить ту или иную проблему. Принимать здесь общественные приемные буду я и специалист, и в один из выходных дней будет принимать глава городского округа, чтобы граждане могли в свободное от работы время прийти, не отпрашиваясь с работы, и непосредственно задать тот или иной вопрос. Также возник вопрос, как будет производиться прием граждан в общественной приемной. В порядке живой очереди. Если прием как должностного лица непосредственно в Думе городского округа это ограничено по времени, то прием в общественной приемной в порядке общей очереди. Общественная приемная главы городского округа работает ежедневно с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.